Уважаемые, всех рад вновь приветствовать на этом канале. Саня Сумской, как всегда, по возможности на связи. Подъехало очередное коротенькое видео. В центральный Лондон приехал зимний парк аттракционов Winter Wonderful. Сегодня зайдем, посмотрим, сделаем небольшой обзор. Также понаблюдаем, что там происходит в пасмурную такую нелетную погоду. Ребят, наблюдаем за видео и ни в коем разе не переключаемся. Что, ребят, проходим охрану сейчас. Всех проверяют на колющее, режущее и на всякий другой запрет. Как вы видели, проверка, охрана, все проверяют. Сначала пост охраны проходите, потом уже билеты показываете. И после чего уже можете войти в парк. Посмотрим, что здесь происходит. Я, кстати, думал, людей будет поменьше, но видим, немало людей собралось. Ну, пока еще дороги время от времени есть пустые. И водой особо не залило. Помню, как-то в прошлых годах было такое, что тут и лужи, и грязь была. То есть невозможно было пройти. Так что пошлите делать обзор, понаблюдаем, что здесь происходит. Так, смотрите, тут, в общем, шашлычная какая-то, жарят сосиски немецкие для бургеров. Здесь типа тир небольшой. Бросают, видим, люди мячики в банки железные. И после чего получают разные подарки в виде мягкой игрушки. Так, ребят, аттракционы тут разные. Ну, насколько я знаю, тут где-то только два таких хороших аттракциона, на которых можно прокатиться. Ну, может, чуть-чуть больше. Все остальное так себе, да? Какие-то детские аттракционы. Видим куча людей разных национальностей, собравшиеся со всего мира, да? Без преувеличения. Ну, этот аттракцион, кстати, неплохой такой, можно тут прокатиться. Тут хоть какой-то адреналин может быть. Так, здесь опять продажа мягких игрушек. Тут куча разных магазинов, кафешек. Сейчас будем по чуть-чуть все смотреть. Сладости продают, ребят. Любые сладости. Любые конфеты, какие только можно придумать. Ну, естественно, не нашего производства, да? Так, тут еще какие-то аттракционы по пути. Детские какие-то. Видим куча охраны, куча разных стюардов везде по периметру, да? По всем входам и выходам. Колесо обозрения. Ну да, луж пока нету, видите. Хотя помню, было тут в кое-каких местах болото. Пройти просто невозможно. Машинки. Что-то большой очереди нету, видим. По минимуму людей. Комната страха, наверное, какая-то, или что это? А не-не-не, не комната страха, это что-то другое. Ну, тут в основном все детские аттракционы, где-то 2-3 только таких, где можно реально, ну, пролететься и хоть какой-то адреналин получить. Снежком, видим, покрыли крыши. Якобы снег выпал, да? В Лондоне. Ну, вот еще хороший аттракцион такой. Здесь, видим, на большой скорости будет паровозик ехать. Разные, вверх-вниз. Картофан, ребят, продают. Давайте по ценам, кстати, сориентируемся. По цены. Так, ребят, тут пивнушка какая-то с елкой, да? С елкой, которая в снегу. Ну, такой типа мини-папчик. Даже не мини, ну такой большой папчик. Видим, пацанчики картошку, пивасик посербывают. Картошку кушают. Охрана на месте, да? Выходные, ребята, Лондон отдыхает.
Так, вот и дошли до комнаты страха. Видим, все красиво разукрашено. Да и очередь, кстати, не маленькая. Так что, кто хочет с бесиками повидаться, вам сюда. Ну да, разукрасили все красиво. Так, вот это еще крутой аттракцион. Высота, кстати, не маленькая. Ага, тут два таких аттракциона, видим, рядом, да? Примерно с одинаковой высотой. Парк, кстати, только открылся вчера, сегодня второй день. Они, вы же знаете, приезжают заранее, пока все подготовят. Аттракционы все соберут, пока все протестируют. Потом уже только людей запускают. Да, это серьезный аттракцион, блин. Надо будет как-то прокатиться там, но не сегодня. Греческая еда тоже присутствует в данном парке. Тоже неплохой аттракцион перед нами, вольное падение, да, по-нашему. Да. Ну тут проехаться реально можно. Этот аттракцион стоит внимания. Так, ребят, что здесь? Тут в основном детские все аттракционы в этой секции. Ну, давайте чуток посмотрим. Вот видим такой езжущий аттракцион с столиком, да? Люди могут попить пивка. Прикольно, кстати, сделали, да? Так, ладно. Ага, здесь все уже, да? Так, здесь, в общем, по такому небольшому кругу идут разные забегаловки, кафешки с бургерами, с пивом. Какие-то сладости. Ну да, тут все, что хочешь есть, и вещи продают. Тут сразу и аттракционы, и бары, и магазины, рестораны, кафешки. Разные сувениры. Короче, все, что можно придумать, все есть. Видим, люди с едой ходят, кушают. Даже сумки умудрились тут продавать. Вы молодцы. Еще какой-то бар. Вместо столиков тут бочки, да? Такой лондонский дизайн. Новогодние песни, как слышим, уже звучат. Люди подготавливаются к новогодним праздникам. Да, 6 недель до Нового года, ребят. 7 где-то. 6-7 недель. Еще одна кафешка такая вот красиво украшенная. Ребят, какой-то такой аттракцион с препятствиями.
где надо самому идти. Видим, разные помехи есть, движущие лестницы. Ну так, чисто для деток под прикол сделали, полазить туда. Видим, есть разные мусорки, чтобы люди сортировали мусор. Пластик отдельно, такое после еды отдельно. Уровень, ребята. Так, ну продвигаемся дальше. Представьте, сколько надо было людей, чтобы собрать весь этот парк, да, за короткое количество времени. Да уж. На крутящей новогодней елочке никто прокатиться не хочет. Видимо, люди прокатываются. Видим, немало сегодня людей выиграло мягкие игрушки. А тут пивнушка какая-то большая. С живой, кстати, музыкой. Еще, ребята, очередная пивнушка под куполом. Видим, много разных киосков, ларьков с пивом, с едой. Все, что хочешь. Почти все столики забиты, видим. И не просто забиты, еще все столики полные едой. Да, вот так вот тут люди отдыхают, по-серьезному. Все, ребят, еще посмотрим перечень американских фастфудов. Видим, на шампурах чипсы какие-то, на шампуренные, пицца, хот-доги. Все как бы в американском стиле. А вот и первая лужа, ребята, образовалась, да? Ну, пока еще дождя сильного не было. И сейчас ика 2-3 ливень хороший пройдет. Сами знаете, какое тут болото будет в этом парке. Так что как-то так. Congratulations! We have another winner here at Alpine Games! Кому-то удалось что-то выиграть. Видите, наше кольцо упало именно в таком положении. Если на ребро, то не подходит, не считается. Честно, не думал, что может такой попасть в камеру, да? Только включил, блин, сразу победитель. Хотя здесь не так легко попасть, реально, знаю. Если на ребро кольцо останавливается, то не подходит, не считается. Так что, как видим, в трансляцию попал даже победитель. А, он не все выиграл, а только с этих трех подарков один какой-то. Видите, наушники взяли. Вот так вот, ребята. Давайте еще раз посмотрим его бросок. Может, еще раз будет точное попадание. Не прошло в этот раз. Ладно, двигаемся дальше. Здесь еще сложнее попасть, ребят. На чтобы кольцо залетело вот на горлышко и не выскочило. Посмотрите, с какого расстояния он кидает. Это почти невозможно, да? То есть, не знаю, как надо бросить, чтобы кольцо попало на горлышко и не вылетело. Короче, Длаховской движет. А ладно, погнали дальше. Ребят, очередная бургерная в таком вот техасском стиле. Еще и с Дедом Морозом за рулем. Прикольно все выглядит, да? Людей, кстати, все больше и больше с каждой минутой становится. Скоро будем уходить уже отсюда. Так, что, ребят, подошел к катку. Видим, людей немало сегодня катается. Такая тут новогодняя обстановочка. Зрителей, кстати, тоже немало. Наблюдает за катающими. Подготавливают каток к следующей сессии. Видим, погода сегодня теплая, поэтому лед быстро тает. И надо вот перед каждой сессией на такой машине убирать воду и растаявший лед.
Пацанчики тоже со швабрами в работе. Так что вот так вот. Ну что, ребят, на этом это короткое видео будет подходить к своему завершению. Посмотрели данный парк аттракционов, разных кафешек и развлечений. Также для всех новеньких хотел напомнить, что на канале есть два видео из других парков аттракционов. Турпарк и Alton Towers. Ссылочки оставлю в первом закрепленном комментарии. Кто еще не смотрел, обязательно зайдите, посмотрите. Там есть ролики с запрещенной съемкой, то есть из самих аттракционов, да, там где нельзя снимать. Думаю, для многих из вас, тех, кто еще не видел, будет интересно. А на этом это видео будет завершаться. Не забываем по возможности поддержать канал. Палец вверх под видео, комментарии. Для всех новеньких подписка на канал. У меня все на сегодня. Всем, как всегда, спасибо за внимание. До связи в новых видео. Пока-пока.